Хотим еще? Ну все. Санер, все, вписываем тебя в график. Слава Богу. Золото плавится в огне, а бриллианты под большим давлением. Аминь. Кто сейчас проходит трудности, Бог нас проводит, чтобы сделать как золото или как бриллианты в Его глазах. Аминь. Я хочу тоже в подтверждение слов Санэ рассказать, что самые трудные моменты нашей жизни впоследствии оказались самыми благословенными, потому что мы смирялись пред Господом, и Бог работал с нами. И если кто-то сейчас проходит трудные моменты, Бог сейчас делает из вас золото, чистое золото. Или давление вы испытываете сильное, Бог сейчас делает из вас бриллиант, чтобы вы сверкали своими гранями и показывали Божью славу. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за это время. Я благодарю Тебя за брата Санера, за все, что ему, может быть, пришлось пережить, трудности, испытания. Я вижу, что просто он бриллиант в Твоих руках, Господь. И я прошу Тебя, Господь, это дар, который Ты ему дал, Господь, пусть он послужит, Боже, Господь, для народа Твоего, Боже, Господь, для того, чтобы он успокаивал, для того, чтобы он, Господи, поддерживал, вдохновлял, Господь, наставлял. Боже, Господь, мы благословляем его семью, Боже, Господь, поставь его на том месте, где Ты приготовил ему служение, Боже, Господь. Укрепляй его, Господи, основание, чтобы он всегда уповал только на Тебя в любых ситуациях, Господь, и видел, как Ты проходишь с ним любые испытания. Боже, я прошу Тебя, Господь, за финансы. Я благодарю Тебя за то, что Ты, Боже, Господь, благословляешь нас. И как написано в Библии, что в первый день недели они приносили, да, апостолы, люди, они приносили десятины, приношения, пожертвования в дом Отца. Господь, и мы сегодня хотим разделить эту благость, Господь. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя за дни изобилия, Боже, Господь. Я благодарю Тебя за дни скудости, Господь. Потому что во всем Твоя рука, Господь, и Ты проводишь нас, Господь. И дай нам видеть благость и милость Твою в любые времена нашей жизни. И я прошу Тебя, Господь, за эти финансы, которые мы принесли сегодня Тебе. И я прошу Тебя, Боже, Господь, пусть они пойдут на благое дело. Господь, воздай каждому, Господь. Воздай, Боже, Господь, за его щедрость, Господь, за его доброту. Мы приносим, Ты знаешь, что это наша кровь, да, кровь и пот наши, и мы приносим их Тебе, Господь, и просим, Господь, прими эту жертву сегодня, прими, пусть она будет благоприятна, чтобы, Господь, мы приносили финансы наши от чистого сердца, Господь, чтобы это была жертва, благоугодная Тебе, Господь. Мы лишь ищем Твоего благоволения, Господь. Благодарим Тебя за это чудесное время. Молимся во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Слава Богу.